женщинах-творцах, женщинах, которые создают этот мир, вкладывают в него. Это про созидание. Женщины делают достаточно много тоже в этом мире, и просто хочется это немножко подсветить. Эх, делаю-ка я еще один кружок по площади Калинина. Люблю здесь гулять. Я решила принять участие, потому что тема бесстрашие. А стрит-арт-художники, они, ребят, крайне бесстрашные. Каждый спикер, каждая барышня говорила в зал: ребята, действуйте, дерзайте. Спасибо организаторам большое за то, что они пригласили и дали возможность на такую большую аудиторию рассказать о донорстве костного мозга. Это спасает жизнь. Люди в зале очень тепло приветствовали, это было так приятно. Были аплодисменты, я видела искренние глаза, я видела людей растрогавшихся. Мне это очень важно. Очень хочется каких-то идей, которые будут тебя вдохновлять, которые ты сможешь взять и использовать в своей жизни, чтобы сделать ее как-то светлее, интереснее, лучше. Каждый раз, когда ты выходишь в конференции TED, твоя жизнь как-то доменяется, твое отношение к жизни как-то доменяется. И когда ты именно вживую сидишь в зале, конечно, тебя мурашит и пробирает до костей. Поэтому на такие мероприятия надо ходить. Мы не заметили, как время пролетело. Ломаются стереотипы, отношения ко многим вещам. Вот конкретно про донорство костного мозга. Это действительно какое-то, знаете, важное открытие было для меня. Я очень благодарна, что такие мероприятия проводятся. Для меня на самом деле сегодня есть еще один итог, и он очень важный. Я не просто выступила, еще и регистр сегодня пополнился на 34 донора, потенциальных донора костного мозга. Это просто замечательно.